Всем привет! Вы на канале Милана Механова, и сегодня я буду делать лизун. Этот эксперимент я не сама придумала, я взяла этот рецепт не у себя. То есть, давайте я сейчас начну. Для этого нам понадобится вот паста. Я, наверное, немножко сюда ее положу, потому что я, конечно, не хочу такой слишком большой слайм. Но я добавила примерно столько, и давайте я сейчас... Это все посажу в микроволновку. Где-то давайте на 40 секунд. Итак, я это все уже сделала. Так, давайте посмотрим, что получилось. Он даже свою форму изменил. Смотрите, он какой-то стал ровненький. Так, давайте я ее закрою. И я для этого приготовила ложку, я ее сейчас потрогаю. Он твердый такой стал. Он очень горячий такой. Ну, все равно нормальный. Сейчас я поставлю его на балкон, потому что он очень горячий, пускай он остынет, и я продолжу. Итак, я все сделала. Давайте я сначала перемешаю ложкой. Такой он получился. Блин, ну я не знаю, удачный это эксперимент или нет, но он весь липнет. Просто невозможно. Смотрите на мои руки. В общем, этот эксперимент не удался. Ну, я выпущу следующую часть. Может, я что-то делала неправильно. И всем пока-пока.